вышли на прогулку. Весенний такой день хороший. Вот тут вот улица Костюшки. Тут вот дом такой на углу стоит. Он мне так нравится. Интересно такой. Видимо, старый так. Красивый. Синее небо. Без облаков, без тучек. Классно. Вот улица Костюшки. Сейчас она вся-вся перестраивается. Это очень хорошо. И там в городе перестраивается, и здесь железнодорожные пути снимают, кажется. Наверное, новые менять будут. Уже пора, конечно. Посмотрим, как будет дальше. Должно быть хорошо. Дачки такие маленькие, ну тут сейчас не видно. Где-то по 4 сотки, по-моему, да, на брата. Маленькие домишечки, маленькие соточки. Хорошо, тепло, солнце. Так уже надоели все эти дожди, отходы для псов. Так красиво, когда весна, вот эти деревья, прелесть. Не знаю, видно или нет, мне сейчас ни черта не видно, кажется, с экрана. А если вот так вот смотреть, прям чудо-чудо, вот эта аллейка, розовые деревья, весна, это классно. Еще такой день сегодня хороший, настоящий весенний. Весна в Катовицах. Очень хорошо. Все зеленое. Самое лучшее время года. Прелесть какая. Вот интересно, будет слышно, как птицы поют. Класс. Самое лучшее время года, конечно, это весна. Вот это еще такое красивое дерево, как в снегу, все белое. Вишня, что ли, какая-то дикая. Такая у нас весна. Возвращаемся домой. Наша улица. Все разрисовано. Прям мания какая-то все разрисовывать.